Это ваш сын к вам? Да, это мой сын. Он как ухаживает за мной, потому что у меня рука, нога, в принципе, не поднимаюсь. Я считаю, просто с него сделали как козла отпущения, и все. Просто он тут перепуганный зашел, вообще в непонятке такой. И а что он рассказал? Когда зашел? Что рассказал? Он проходил мимо, сделал замечание женщине. Говорит, это реанимация, вы, говорит, в своем уме, куда вы ломитесь? Не кричите, не шумите, да? Да, не шумите и все такое. И она на него полезла, там что-то такое. Он спрятался в палату, она подняла сразу же. Да.